Стопать же не будете, да? Нет. А что на него луна ставится, я не пойму. Я. Где три, блядь, я уже перчатки отдал. Успеваем нормально. Я не плюю. Нет, нет, нет. Ходи. Что-то я ничего не чувствую. Что? Если смотреть на стол, то налево. Налево. Идите в центр. Пельмени. Да мы прохилим, давай. Шаман встал. Погоди, Закарин, Закарин, Берни, Фокси, Фокси и Ред. Пельмени. Эрдру Этрика возьмем, то я бафы дам. Зеленого плюю, да? Пельмени. Еще сакру отдал. Пельмени. Красный. Сова.
от бомб. Но это будет зато легкий выбор. Да вот, все, меняет того, короче, на Библа. Где-то здесь пели Обаму. Объясняешь, просто ты же видишь, что же слабый, просто берешь и меняешь кикуш. Нахули им объяснять, Да не надо объяснять, тут все понятно. Давай я буду зеленым. Шкаф. Луки, шкаф поставьте. Привет, могу помочь шаманам. Шкаф, давайте, алло. Слышно? Могу помочь шаманам. Да, привет. Привет. Впервые в жизни сижу и молюсь, чтобы кто-то словил пельмень, да? У нас ну, один друид. Блин. Как быстро оперативно. Он отреагировал сам, походу. Не, он подумал, что надо отлетать в одну сторону. Да ну нахуй, сложно. Сейчас раз и не зайдет, блин. Вот прикол будет. Да не грузится что-то. Я пытаюсь, да. А кем? Да. Тут вроде. Соединение установлено и все. Ну что? Сейчас. Да сейчас бабу сам соляного ебанет вам этих, блять, мобов. И кто будет туда отлетать, нахуй?
Ребят, ребят, смотрите, где кого еще выбирает красный слизень, бегайте по кругу. Вот круг кругленький, вот бегайте вот да так. Хуйня, вас... хуйня твой круг. Так, мне надо брюли переставить. Ожидайте, я быстро. Да не-не-не-не, там куча СПД туча. Мне все равно спекаться, я пока буду откушиваться. А, за часик осталось ДРТ. Так, давайте. Нормально, как раз проф Синдра. Че, блядь, должны уже мы все это пронести? У нас на... проф, я она и рейтинг, блядь. Нич. Я спека. Рейд, рейд божественный собрался, я хз чего хуйнёй. Это сова пиздец. Чё-то я бы не сказал там по нашим хилам, на самом деле, что он божественный. Прихуй упал. Ну вот. Куда вообще на бар? Ну бля, ну нету ДЦ, чё поделать. И у меня нет по ДЦ. Да-да-да, я тут сейчас. У меня, если что, есть маг на этого босса на замену. Присобак. Да, я знаю, знаю. Ну, если кто там ебланить будет. Да. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которые уничтожит весь Азерон! Это, кстати, хулипал был. Да. Ну, наверное, джагу дал. Пусти без брони. Можно 1-1-1 нажимать. Короче, прорвание. Плевать, не плевать? Сука, в воздухе уебало, нахуй. Ресность? Он вставал уже. Пельмени.
когда он на фазу уходит? 40%, да? Он не появился, да? Появился. Появился. Кайтите, что это, что бешеные. Дайте, если что. Я Геру даю. Три. Потом я забираю, да? 4. Забирай. Я бомб отводи. Бегим, РДД, обходим уже. Быстрее. Да ёбаный в рот. Четыре стака заберу и проведу дальше. 4. Аккуратненько, колба. Уже давно дал, давно дал. А что там по луту, который был, не закончился еще? Второй час уже пошел. Похоже, у меня ничего не выйдет. Ресните, пожалуйста. Ресните, паладин. Блэд, здорово. Дело есть. О, адмирал. Метки ставят? Ну, вообще. ДБМ. Нет. Нам должно ставить. Сейчас приду, Войт. Ты лича бить будешь? Ты должен успеть. Можешь мне отписать, когда вы будете к профу подходить? Я тебе скину правочку именно на лича. Ты ее должен будешь закинуть и проверить, будет ли он ставить метки. Давай. Нет. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять.
Так, погоди, я сейчас скажу, кто там на успеке ролит, кто мне писал. Короче, Black Devils на Фроста, Хейден на танка, Карнавал на танка. Аутизм на Ретрика. Это мне ты не писал. Ну я вдись. Ох, не ставил, хан. Нарвис. Нарнис, оф, не стаю. Все, вроде офнул. Так, а вы где? Ладно. На оф, я паролю. Мой левый тактик ДК. Рыцарь, дайте контроль. Играйте, который в самом низу, вот встанет. Если вы вместе встанете, то намного проще будет. Звезду соберите. Эх, Паловская, да? Как больно. Называется, не перешла, да? А в чем Редрики бегают? 4Т4? 2Т10, 2Т4. Череп бейзит, так. Вот, 4Т10 тоже неплохо смотрится. Да, 4Т10 тоже неплохо. ШП, да, и масса диспан. Там надо будет только лишь релогнуться, если чё. Ну зачем?
Это что такое? Это опять. Они анимешку поменяли? Она ж по-другому была, вы видите? Боже, как красиво. Блин, охуенная. Не, она была огромная. Она была другой, анимешкой. Текстура. Я знаю, что это Т5, я в курсе, я и прожимаю его. Просто там было другое аниме. Ты кинула его на уклоне или на ровной поверхности? О! Да, на распыл. Что за такое? Что за бред? Мы купаемся в земле. Вот если ты кинешь это на кильтовайся и уши закроешь, это будет вайп нахуй. Я заберу. О, нифига, че, объект упал. Паровозик затарился. Мне хватило, что в РСКИ ХМ Кирса докинул, и три человека сразу отвалилось от метеорита. Но тут, по-моему, вообще без вариантов. Вы видели, они поменяли. Не знаю. Лично я в этой луже вижу метеорит и, блядь, лужу на Келе. Не знаю, почему там кто-то... Я просто видно. До этого, они, как бы, эта лужа была прозрачная. Сейчас, я не знаю, я просто на ультре играю, и тут на просто на половину тел игроков это все не видно. Я не знаю, как это объяснить, что это. Я сейчас скрин сделаю. Который... Не, ну типа плотность частиц, что на ультра, что ты ставишь на единичку, то есть не на ноль, там почти разницы нету. Там... Что такое? Да, давай попробуем. Не захилит, я спекнусь. Да. Я тагин на вторую взлетку оставлю. Вы там на первой своей прожимки давайте. На первом, мадам Сакур. По поводу укусов. Баба, ты первый укус заберешь и раздавай своим. Кстати, мой щит падает. Давай. Давай, давай, бить хочу. Ты попереставляла сердоли? Угу. Папа, я тебе вот этот дам из серии. Все готовы. РДД с центра уходите сразу от хила места. Сбегите. Библ, ты где слева стоишь? На первой взлетке отдам Сакру Масс. На мне тени.
3 секунды. Потом меня укуси. Приснился. Напоминаю, я бегу. Пять секунд до укуса, не прибейте укус. Начинаем представление. Какая жалость. Да за набибик бегает, как будто убить меня. Кого лес? Может, Белл дадим? Хорошо. Меньше 15 секунд до укуса, блядь, себе цели приготовьтесь, не прибей. Пять секунд. Три. Нет. Тортик. Он не передает. Да я по всем потыкала. Врачок, врачок. Вот тыкала я в тебя. Может, Беллу добьем? После. Так, Вар, у тебя 2 секунды, сейчас укусы будут. Кусайте, я вышел. Меня кусаете кто-то. Баба, я вышел. Фокси Лав можно кусать. Фокси Лав без укуса. Хейден без укуса. Вы видите босса? Босса, вы видите служа? Вы мне лучше скажите, почему я не могла никого в таргет взять? Вообще никого. Даже те, которые укушены. Мощи-то. Я укусил карнавала, короче, когда подошел. Я подошла, хотела укусить Войда, потом хотела укусить Паладина. Я не могла их даже в таргет взять. Войд там щит упал. Блядь, что за херня, блядь? У меня было такое в прошлом ссылка, когда, блядь, я только в таргет беру, укусить его кусает, беру второго, его тут же кусают. Да нет, дело не в том, что я не мою цель укусили или моя цель укушена. Да я понимаю, я слышу, что ты говоришь, я слышу. Там рейндж просто маленький. Да, я в мели подошла, да. Я и в мели сдохла. Я же не первый раз укусила. ГП на мейна. Да нет, а сколько ты нарочи продал?
Ебать. Сколько, блядь? 35к голды, наручи с обычки. Нихуя себе у тебя клиенты. Клиенты только это, походу, выходит. ПВПшер какой-то, которому вообще слом ходить. Приятно. Нет, походу, просто... с гера мог выбить. Походу, просто Войт сказал, продам тебе за 10, он говорит, нет, куплю за 20. Он говорит, ну давай за 25, нет, 35. Торговались только в другую сторону. Приятного аппетита, прости. Да я печеньку ем. Все равно вкусно. Вкусно. Главное, чтоб не тортик. Тортик на десерт. На десерт. Нормально, успеем. Блять, надо же так обосраться. Ничего. Ну не первый раз я передаю укус, блин, я же не новенький. Ну как это? В Таргет не могла взять. Потом расскажешь мне, как ты кусала. Что там кусать? Там одна кнопка появляется. Нужно подойти. Парни, запомните, что Полина не кусает. Укусы ей передавать не надо. Я откусываю правильно. Пол руки сразу. Просто пацифист. Меня, кстати, на роге, блин, не кусают. Лади не укусили. Кидал какой-то. Чё, давайте быстрее. Подтягивайтесь. Да потом, Манюш, пошли все. Все заходите. У меня АУЕ проблемы, так что смотрите, особо-то не хуярьте. Ну я пытаюсь пекнуться, да. Нет, не успела. Успех на солфе. Аутизм завис. Печалька. Не, норм. Норм. А, я настакиваю это 5, но я при этом не спекнул, не переоделась, я поняла. Дело пере... ДК, если что, я вот этих буду ловить. А души с этого ивента не засчитываются, да? Нет, их тут нету. Не, кстати, когда ТЛК открыли, они тут были, их потом так. Точнее, как открыли посох. Вы, кстати, в курсе, что Джайну закрыли, да? Чего? Да. Джайну закрыли на непонятный срок. Теперь на Джайну нельзя попасть никому. Почему? Вот хуя. Не знаю, они не написали почему, да. Уходите с центра, да. С центра уйдите. Все нормально. Мне это ребята еще вчера сообщили. Пиздец. Как же так? Мой жезл, сука! Я оттуда бочку ждала на обспех. Да похуй на голову. Где, блядь? Как так? А что такое? Ну почему? Они сказали, они не написали, по какой причине это сделали. Ничего вообще не написано, никакой инфы. Кстати, мне надо успеть... Может, я что-то ничего не
посмотреть одну штуку, надо успеть. Может, ее вообще переделывают? Типа новые механики будут. А те, кто купили в магазине? Скорее всего, механику переделают, наверное, что-то чинит. Те, кто купили в магазине, тоже герои магазина? Да по-любому что-то новое пилят. Не знаю, короче. Я думала, вы в курсе. Уже как 2 дня закрыли ее. Не, не в курсе. Там охуево то, что теперь цветение на халяву не получилось. Самое фиговое, что кто не успел полутать маунта, тот в пролете. Я не полутал. Мало все. Да ну подстегнуть кого-нибудь, ну черт. Это же я. Ты что? Да не, я вчера уже просто переживала за ребят, и сегодня, видишь, я уже сарказм. Самое главное, что по линии шмотки оттуда нужны, и это самое главное. Как бы на офспек могу и обойтись, так что все, я оттуда полутала. Все, а то, что у меня... Не ходайте, пожалуйста, вообще не кастите, не хильте, ничего не делайте. Главное, чтобы остальных боссов не закрыли. Например, РСХМ или всяких роботов ОКХМ. Вот. Вот, ты можешь со всех снять ассиста, чтобы ДБМ был только был твой, чтобы от тебя только работало? У меня нету ДБМа вообще. Было бы неплохо, если бы на пол еще кто-то дал. Бибик, ты слакер. Редвара просто шокнула. Это на... Снесли просто. А на ком Редвар? На ДК? Вот это карма. Нет, нет, на это холи поводили. Нельзя, нельзя ведьму поклинать, возврат повернуть. Это помните, Враска такой говорит, если верить, суеверие, помните, когда я про ведьму загадал? Угу. Да. Сейчас бы и вправду в это все верить. Не бойся, а свечку, наверное, уже поставил. Смотря какую и кому свечку. Я вот то, что из этих дракончиков я не был, там душ сдох. Это карма. Карма. Ты по линии просто не хилишь. Так, это... Я подвисла. Помню, как мы души, помню, фармили, там вот такой же трэш. Берни говорит меня. Я подвисла, Рызвар. Идет такой? Смотри, на Синдре не подвисни, когда глубы придется вытаскивать. Да не, я не лагаю, а то я тебе так сказала.
А я могу. Не-не-не, мне нельзя сейчас лагать. Ока ХМ сегодня, звездочет. Мне нельзя. Спасибо за дыхание, вроде. Я, кстати, на Синдрее не танчу. Ни разу. Только ты сначала под морду забегаешь, нажимаешь таунт, не когда бежишь. И лучше, если выйти, ребят, перестанет дамажить. В смысле, сначала первый я забираю, а потом ты у меня забираешь? Нет, ты просто сначала забегаешь прямо в мою модельку, прямо где я стою, нажимаешь таунт, и только потом, ну, или наоборот. Короче, чтобы ты раньше таунт не нажимал, чтобы не крутнуть Синдру в рейд лицом. Коника, ты обратил внимание? Ты сказал про лужи, хоть бы кто-то двинулся. Вот так всего. А, из дату или чё подальше, да? Я наличаю просто же. Ну, ложа исчезла, и то спасибо. Что ты на видео? Вы чё, в начало видеть? Сюда. Элоран. Почему именно сюда, кстати? После босса сможешь открыть ДБМ, открыть лича? Ну, в смысле, ДБМ лича. Угу. А, ты еще не релогнулся? А я думал, ты уже релогнулся. Тогда сейчас не надо, после релога. Я сейчас расскажу, Коника, почему сюда. Потому что раньше вот этот страх и выйдет за стеной, то есть богоизер. А ты чё, адмирал, это ДБМ на войде испытываешь, да? Ну да, он был моим тестером, ему остался. Ему отдельный поклон. Альфа-тестер. Пре-альфа-тестер. Правда, у него ядро старенькое, но это конечно. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! А, просто у меня, знаешь какие подозрения? Еще это Софы, может быть, баг перенесся. Если у тебя есть ассист, он может метки не ставить. Это раз. Во-вторых, мне говорили, что на Синдре метки тоже не ставят. Вот это вот интересно мне. Угу. Ну, сейчас я буду смотреть пока. Маги, поставьте, пожалуйста, вам поесть. Ты читал, адмирал? Я Настю добавила в гильдию. Я с ней в личке сидел в этот момент. В смысле, в дискорд мой. Я знаю, она мне говорила. Я ей перекинул. Похвасталась. Она смеялась, спрашивала, зачем. Обсуждаете? Тебя, Радвор, обсуждаю. Я так. Любому, а что просто девкам делать, только обсуждать там все. А мне тогда что, ебла не бегать? Да. И, блядь, хильси. Стрюч, нет. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Сорян. Не нахуй, бить не буду.
Да я, блядь, да, случайно щитом. Ёбан. Всё, всё, я тушу. Правее. Я видел его, сорян. Вот мне не отображается в новом ДБН, что на мне стаки. Обычно орал. А вот в этом хилбот. Беги, малышка! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Удел смертных! Опа, метки поставились, я видел. 10 стаков обморожения, по-моему, ты чё? А хули, потому что я бежал, за мной, блядь, друид бежал, нахуй. Я влево ушел, он за мной. Тихо, вправо в углу. Адмирал, мне это мешает. Привет всем. Сакру отдал. Я тоже. Я освободил. Заберите. Возьмите лед. И мастер ауру дайте под притяжку следующую. Ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Там ты гомик. Где рога дохнет, блядь? Кирилл, ебло. Дайте диван, дайте диван. Я дал. Что мне нужно? Если будет нужна, скажешь, я могу на пало зайти в атаке. То, что меня друид убил, блядь, минус 20. Ну а хули я сделал? Смотри, я побежал направо, он сзади меня, блядь, бежал тоже направо. Я побежал налево, он бежал, блядь, тоже налево. И что мне сделать, блядь? Он просто меня убил, нахуй. Да, который сейчас метку вытянет, блядь, под синдру. Вот это то же самое, чё, блядь. А, вот, теперь можешь кинуть на кого-то, у кого старая ДБМ ассиста? Да, это не важно, у тебя новый ДБМ, насрать. Всё, снимаю диван. ДК, Black Devils, снимаю диван.
У меня нету маски. Ну здесь. Кто дает вообще диваны на непонятно кого? Он единственный, кто выживший был рядом. Я ему скинул. Ладно, все, давай. Я могу скинуть. Мага завести. Ну, вместо какого-нибудь роколя. Если надо. Готов помочь. Давайте это, я люблю гильды, киньте инвайт, и я плеснул. Отличная идея. Полчаса. Еще в душ нас ходить.